Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусное овощное рагу в обычной 3-литровой банке. Блюдо легкое и простое в приготовлении. Из раздела все сложила и забыла. Очень удобно. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Все овощи режем в произвольной форме, главное не мелко. Лук можно нарезать полукольцами. Морковку соломкой. Капусту кубиками. Кабачки полукружочками, если они мелкие. Если крупные, можно нарезать кубиками или соломкой. А так вот мелкие перерезаем на две части и достаточно. Помидоры дольками. Очищенный от семян перец полосочками. Картошку дольками или крупными кубиками. Зависит от размера. Какая картошка? У меня мелкая, я режу дольками такими. Затем берем сухую 3-литровую банку и закладываем в нее овощи вперемешку. Вниз кладем самые твердые. Ближе к верху будут помидорчики, перчик. Но вообще желательно всего понемножку смешивать. В процессе наполнения банки овощи солим, перчим, посыпаем специями и бросаем лавровый листочек. Наполняем банку не больше, чем по плечики. Вот, чтобы немножко было места соку, куда выделяться. Затем кладем сверху порезанное на кусочки сливочное масло. И накрываем банку фольгой. Ставим банку с овощами в холодную духовку. Затем включаем температуру 180 градусов и забываем на 1,5-2 часа. Прошло 2 часа. Достаем рагу из духовки, перекладываем на блюдо и подаем к столу. Вот и все. Вкуснейшее овощное рагу, приготовленное в банке в духовке, готово. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.